поезд с подозреваемым должен остановиться на следующей станции. Направляйтесь туда. Да. Вот это мы прокатились. Жесть, конечно. Итак. Так, что-то запищало. Источник запаха какой-то. Так, ну я так понимаю, там бьет током. Туда нам не надо. Мы оттуда приехали. Остается сюда. Главное, чтобы поезд не поехал. Хотя я что-то слышу такое. О, нет. О. Отлично, птичка. Блин, оружия-то нету. Там. Психопаты. Так. Там электричество. Ну, по всей видимости, что сюда. О, дубинка хоть с гвоздями есть. Сейчас будем забивать кому-нибудь. Вовремя, вовремя. Ушли с рельс. С путей. О, это уже посерьезнее будет. Так, трупешник. Воу-воу-воу-воу. Ты кто? Нифига себе, он так передвигается по трубам. Ну, хоть радует, что с одного удара сразу вынес его. О! Вот это ништяк. Сколько? Да еще и целый магазин. Так, если они так по трубам бегают, так, блин, надо быть осторожен. Ну что так громко-то? Точно нету ничего. Что, железяка какая-нибудь. Ну хотя глаза никакие не нарисованы здесь. Значит, подсказки нет. Ориентируемся на глаза. На тебе. Какие-то неправильные психопаты. Да кто они, наркоманы? Ладно. Так, 4 патрона. Ну давай, спрыгивай уже. Ползает, ползает поверху. Три. Отлично. Так. Воу-воу-воу. Ух ты! Целых двое. Нифига я мастер. Обоих одним выстрелом. Ништяк. Полз. Так, лопата требуется. О,
Надо как-то туда попасть. Это не обсуждается. Так. Что у нас там? Еще один патрон. Там еще один наверху, да? Походу. Вон там чувак. Да блин! Какого фига? Что у вас так много-то? Там что-то ползает. Непонятно. Во. Почему глаз нету? Нифига. Значит, я неправильно думаю. О том, что глаза указывают на секретики. Так, ну здесь нам делать нечего. Значит, нам сюда, получается. Только... в какую сторону? Блин, аптечек бы. Кстати, вон, вижу аптечки. А, ну, в принципе... в принципе... угу. Лопата нужна, чтобы аптечки достать. Здорово. Так. Блин, и аптечек нету. Ну, сейчас, как всегда, я лопату возьму и набегу. Ну, я же сказал. Молодец. Так, аптечки, аптечки. Носится там. На что я готов? К труду и обороне. Давай-ка мы с тобой сейчас. Махаемся. Чё ты ссышь-то? Заманал. Так, наверху надо быть аккуратным. Там же этот... один из преступников забрался. А, ну это... блин. Это в обход получается. Я-то думал, здесь что-то будет. Только единственное, не понял. Почему? А, там решетка была. Поэтому мы сюда не могли сразу попасть. Так, он махается, замахивается долго. Надо. Здесь-то ничего нет у нас, никаких. Птиц.
какая-то арматурина прям с куском цемента или бетона. Вообще сейчас кому-то прилетит. О, это куски от нашего поезда. Как же темно все-таки, а? Даже фонарик еле справляется. А, ну вот, собственно, обыщите вагон метро в поисках улик. Так, вижу замок, там нужна кувалда, значит. Что здесь не открыть? Остается только в вагон заходить. Аптечки. Отлично. Связь установлена, Томас. Передавай данные, как будешь готов. Подожди секунду. Я не могу разобрать отпечатки, слишком смазаны. Все равно возьми образец. Он напуган и потеет, как конь. Образец ДНК. Хорошо, есть. Проверяю ДНК с образца. Это займет некоторое время. Не мог бы ты пока чем-нибудь заняться? Вон он, ублюдок. О, нифига там чувак такой. В маске. С кувалдой. Тихо, 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 тихо. И он там рубит так. О, ко мне пробралась. Ух ты! Лопата мне не нужна. Так, ну похоже, нам придется с ним бороться. Не выйти. Ну давай. Есть для тебя электрошокер. Больно, да? Ух ты. Лучи. Еще раз. Спи, малыш, спи. Покрошил здесь. Ну, в принципе, они не такие и мощные. Так. Я думаю, надо кувалду, да? Поменять на какой-нибудь. А то я заманаюсь махаться.
Так, наш преступник скинул одежду, походу. Толчок. Тут закрыто. Получено. Это расписание поездов, но там есть какие-то отметки. Пропускаю его через графическое улучшение. По идее, это его нора. Я нашел его комбинезон в его шкафчике. Ублюдок путешествует налегке, да? Продолжай искать, он должен быть дотронуться не только до шкафчика. Я свяжусь с тобой, как только обработаю это изображение. Выбейте на стены вентилятор и пролезайте. Вон он. Опа. Так, а что за звук был? Ух ты, не. Так, тут топор требуется, а здесь что за дверь? Здесь еще что-то. Птичка. Пускай будет. Может, потом пригодится. Давайте следовать за преступником. Так, топора нет. Топор у него, походу. Ну, вообще нормально. Говорит Томас. Этот документ — стандартный выпуск расписания поездов. Объединены два плана маршрута. Оба начинаются с центральной станции метро. Маршрут 16 в Бернсайд, отправляющийся в 10 минут 6, половину 8 и половину 10 утра. Маршрут 66Б, ведущий в Бриер. Это очень маленький фермерский городок. Час езды на северо-запад. Отправляйся в половину 10 утра и в полночь. Это его укрытие. Он регулярно отсюда направляется в эти два места. Я также определила, что ДНК, взятая с образца пота в поезде, совпадает с ДНК, взятым с сигареты. Вероятность 99,8%. Парень, которого ты преследуешь, это тот, кто убил двух полицейских. Кукольник. По крайней мере, я так думаю. Кое-что все еще не сходится. Так, значит, мы все-таки на правильном пути. Отличненько так. Так. Так, вниз. Вниз пока не будем спускаться, да? Я так думаю. Давайте здесь посмотрим, что есть. Так, не пройти. О. О, отлично. А, двухстволка, да? Или... А, не двухстволка, но это... Короче, дробовик. Так. Просто комната, что ли? Все-таки получается вниз. Ну,
Винтель. Отлично. Так, кто-то бегает там, да? Наверху, наверное. Повылазили. Угу. Так, сзади. Никого. Ух ты, ух ты, ух ты! Ай-яй-яй. Неожиданно, неожиданно. Так, чё у него с пистолетом? 4 патрона. Блин. Или ружье оставить? Ну, ладно. Пойдем с пистолетом. Так, спуск вниз и... А, в одно место, да, ведет все? Отлично. Пойдем так. Аккуратно. То я знаю их. След подозреваемого остыл. Обыщите нижние тоннели в поисках любой зацепки, которую он мог оставить. Ну, давайте посмотрим, что он мог оставить. Этот потеющий конь. Что-то как... А куда идти-то? А, музыка такая нагнетающая. Да что? Блин, что-то ходов здесь, можно что-нибудь пропустить. Углы, повороты такие, углы. Эти козлы-то могут стоять за любым поворотом. Нам туда не попасть. Блин, а мы еще телевизор же там не нашли. Я тебя вижу, вижу. Можешь не прятаться. Два патрона. Так, девочка, девочка. Еще один. Нет. Труба будет порезче. Аптечки вижу.
что-то давно не было этих металлических штуковин. Такая же труба. Я себе отломал. О, только тебя не хватало. Ух ты, их двое. Блин, вот это уже жесть. Два здоровяка. Ну что ты? Надо было казнить. Ну ладно. Так, один готов. Сюда иди. Что ты там носишься? Блин. На тебе. Попался. Да что ты? Вот это он вынес, а? Просто с удара. Да что ты? Сколько тебе еще? О, отлично. Давай-ка мы тебя казним. Кувалду или лопату? Так, лесенка наверх. Здесь у нас что? Пусто. Блин. Я-то думал, может, здесь что лежит. А здесь можно было просто тупо пробежать до лестницы. Птички. Так, что здесь? Птица. Лопата. Лопата у нас уже есть. Ух ты! Нифига себе так. Подвох такой. А, сразу полжизни вынесла одним ударом. А, вот птичка. Уйди. Еще одна станция. Жалко, что телек мы не нашли.
Так, ну я вижу, нужна будет лопата. Давайте-ка туда еще посмотрим, что здесь у нас. А, ну в принципе, без разницы. Здесь или там. Ух ты. Ай, увеличьте давление пара, чтобы разорвало трубу и расчистился проход за ворота. Так. Не рванет она сейчас. Замутили, блин. Там светится такая, да, лампочка. Так, давайте возьмем. Не. А, я думал, это труба там, можно трубу взять. Ну, ладно. Палка тоже сойдет. Заброшенный тоннель, что ли? Так, сюда, а там есть что-нибудь? Никаких тут секретов. Печально, печально, очень печально. О, ружье. Ай-яй-яй, сколько крыс. 3 патрона. Ну, подходи. Оу. Блин, а вот это уже серьезно. Что это было сейчас? Так, еще один патрон. Oh.
получил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мне бы что-нибудь, что-нибудь. Чё-то их тут развелось, блин. Так. Я так понимаю, того чувака с пистолетом замочили. Надо было пистолет найти. Мостик. Монтировка требуется. Там еще ружье, птички. Так, о, это другое дело. Изображение получено. Похоже на чертеж с пассажирского вагона Холмана номер 8. Поиск местного делового регистра показывает, Холман был конструктором вагонов долгие годы. Да, я не видел такие вагоны уже много лет. Посмотри на место, выделенное красным. Плохо видно. Часть, выделенная красной ручкой, это верхнее отделение вагона. Томас, они обычно печатают двери к вагонам, когда те неисправны. Монтировка должна помочь. Поищи ее в подсобке. Когда попадешь в вагон, найди это отделение. Пройдите вагон номер 8. Понятно, это тот вагон, где нужна монтировка. Так, ищем монтировку. Ничего себе. Кому-то голову здесь отрубили. О, монтировка. Готово. Да, жесть. Загрязнение на краю монтировки — это обычная смесь пластыря. Части пигментации, смешанные с загрязнением, имеют ярко-розовый оттенок. Манекены из универмага? Ты угадал. Ха. Прикольно. Блин, ружье не хочу. Ну что делать, придется. Целый обоим просто, целый магазин. Жесть. Сейчас кто-нибудь выбежит. Так, ну ладно. Ах ты, ублюдок. Так, бежим к этому, к вагону.
Надеюсь, больше никто не вылезет. Ну, кто-то шуршит. След. Отпечаток ноги. Подошва. Собираю информацию в объемную модель. След громилы. Размер 14D. След подошвы совпадает с обувью фирмы Badger. Я проведу поиск покупателя, но такую обувь можно достать где угодно. Довольно обычная. На подошве есть загрязнение. Невероятно, та же смесь пластыря, которую мы встречали раньше. Откройте верхнее отделение вагона и ищите улики. Сюрприз. Передай данные. Так, а чё фоткать-то? О, нашел. Универмаг Барта? Минутку. 645 Бернсайд. Закрылся 14 лет назад. Почти сразу его заселили бездомные, и теперь это не то место, которое бы так назвал главным местом для покупок. Возможно, стокугольник будет там. Это хороший источник деталей для манекенов. Но тогда, что это за место? Аванпост? Второй магазин? Да, просто не давай себя убить. Даже полицейские не суются в Бернсайд без дела. Это мерзкий район, заполненный мерзкими людьми. И люди там другие, они более отвратительны. Отойдите от платформы, отойдите от платформы. Со вторника начинается ежедневная работа станции метро. Маршрут 6 на 12-й авеню, маршрут 9 в Нью-Монтгомери, маршрут 16 Брэнсайд. Отправляется с 16-й платформы. Не задерживайте двери. Томас, маршрут 16 Брэнсайд. Тот поезд доставит тебя прямо до универмага. Если я потороплюсь, я успею. Возвращайся на станцию. Воу-воу-воу-воу. Ух ты, как ты так? Да получай-то. Чё там за звуки-то все? Так. Блин, аптечек нету. Как он так? О, нет. Какие-то помощнее стали, да? Давай, я тебя сейчас казню. Так, одна свалила. Здесь, да? Кряхтит. Вон. Съешь немножко. Дайте мне аптечек. Так.
Чё там со звуки-то все? Отлично. Не отодвигается. Так, глаза, глаза. Так, там... Пушка у кого-то. Да жесть там творится. Револьвер, говоришь, у тебя? У меня круче. Так. Блин, надо было там подниматься. Ладно. Черт с тобой. Так, так, так. Обратно на станцию. Чего вы хотите сказать? Это обратно такой же путь делать? Или какое-то сокращение будет, нет? Нет, не сюда получается.